Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Euro Truck Simulator. И мы... Мы продолжаем ехать по Европе. В прошлой серии мы доехали до западной границы Польши, а конкретно до Шецина. Мы побыли в Калининграде там. Из Прибалтики доехали в Калининград, потом из Калининграда доехали до Шецина. Через Гданьск до Шецина. И теперь мы продолжаем. Теперь мы должны направиться непосредственно в Германию. Я уже выбрал груз вчера еще, который будет нам подходит. Так, у нас какой есть из выбор? У нас выбор небольшой, маленький сюши. Мы можем, так, у нас есть выбор такой вот. Бетонные блоки можно вести. Можем увести. А больше ничего нету. Можно еще немного попробовать, еще полистать, от него перезагружаться и пообновляться. Но это будет долго, и это будет, ну, не факт, что выгорит. Не факт, что получится. Так что берем Гамбург, бетонные плиты и вперед. Другого варианта, возможно, и не представится. Или представится, но не с нехорошим грузом. Все, поехали. Так, все, вперед. Кстати, можем, кстати, мы заодно тут типа вылечиться тут. И прокачаться, если есть возможности. Все, тормозненько. Так, что нас интересует? Сервис. Нас интересует. 2200. Окей, давай. Так, теперь тюнинг. По кузову у нас вообще все еще заблокировано. По шасси то же самое. Двигатель то же самое. Заблокировано абсолютно все. Трансмиссия. Ну, еще рано. Рано. Можем только вот это вот поставить что-нибудь. И то я не знаю, что конкретно. Вот это более-менее прикольный, да? Давай 20 тысяч поплатим. Чё, платим? А тут, ладно, давай так. Вам платим, оплатить, да, окей. Более, у нас тут покрасивее сделаем. Все, поехали. Нужно взять груз и отправиться в Германию. Так, гараж нашли.
Так, тормози, 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 приехали. Все, мы на месте. Прямые перевозки интересуют. Так, бетонные блоки. Взять. Это у нас мы в Швецию едем. Я не хочу в Швецию возвращаться. Я хотел как бы вот сюда куда-нибудь съездить, куда-нибудь. В Киль. Ну, по-другому, в другие маршруты нам что-то не дают. Так что ладно, берем бетонные блоки. Так, разворачиваемся. Так, а теперь аккуратно полетели. Цепляем. Вот так эти бетонные блоки выглядят. Я не знаю, какой цели они нужны. Как я понимаю, это что-то где-то в строительстве будет использоваться, да? Это вот получается 3 умножить на 4. Сколько будет? 12. 12 блоков получается, да? Для какой-то цели они используются. Для какой только я не понимаю. Бетонные блоки, 23 тонны, Гамбург. Ожидается воскресенье в 9 часов вечера. Точнее, ну, в 10 часов вечера уже. И понедельник, 7 часов утра, 8 часов точнее. Так, тормознем. Давай-ка съездим кое-куда. Кое-куда давай съездим. Проверим кое-что. На таких вот плавных поворотах еще можно как бы вот и срезать. А это только на прямых поворотах, ну, 90 градусов только где. А не плавно. Там нужно вот. Тормознем. Нормально? Так, где светофор-то? Все, поехали. Не-не-не, он там в другую сторону. Мне нужно посмотреть на эти вот знаки. Они в будущем будут пригодиться. В будущем пригодится. Так, сейчас тупо прямо едем. Сейчас тупо прямо. Поворачиваем. Обнаружен автосалон Мерседеса. Так, ладно, что еще мне нужно? Я как видел, там, блин, маршрут будет построен не так, как я хотел. Он меня отведет немного в Берлин. Да? Что очень нехорошо будет. В Берлин мы потом как мы съездим. Я сейчас в Берлин не хочу ехать.
Я хочу в Росток. Я хочу сейчас в Росток съездить и вот проехать вот по его вот здесь вот. Маршрут все равно там один хочу будет. Все, поехали. Сначала в Росток, потом уже в Гамбург. Так, блин. Ладно. Да, подождем. Поехали. Так, сейчас нужно это вот перестроиться. Аккуратно, аккуратно. Все, выехали и поехали. Тихо, 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 что-то. Все, поехали. Четыреста 370 километров проедем. Через Росток. Бензин нам не нужен, его хватает. Скоро будет поворот, так сейчас ослабляем газ, начинаем притормаживать и поворачиваем. Ауш и штраф. Так, и сейчас налево. Росток. Поворачиваем на Росток. Так. Туда, если туда ехать, то тут мы на Берлин поехали бы, да? На Берлин нам я не хочу. Я хочу в Росток. Я хочу конкретно по северу. Ехать. Я хочу конкретно по северным территориям Европы их поехать. Так, доход от водителя 10 тысяч евро. Нормально заработал, спасибо. Уже начинает зарабатывать. Повысил свой уровень, но тоже окей. Сейчас уже скоро в Германии будем. Скоро уже будем в Германии.
Так, нажми вот сюда. Неудобно чуть-чуть. Поворот. Тормози, 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 тормози-ка лучше. Не успели. Не успели чуть-чуть слегка. Блин, опять в леса поехали, да? Опять в леса тут. Смотрите. Одни леса. Одни леса тут северные этой. На севере Польши, на севере Германии. Одни леса тут, а? Почти, ну, практически. Так, тихо-тихо-тихо, ты притормозили. Че, обгон? Давай, быстро, быстро. Еще быстро, быстро. Следующего обгоняем. Все. Обгон нужно тут завершить уже, так что тут аккуратнее здесь начинается, тут более-менее, да? Очень такой опасненько. Тихо, притормозили, тормози, 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 тормози. Слишком уж все круто, повороты тут. Далеко еще до ростка. Не, уже совсем маленечко осталось. Вообще чуть-чуть. Так, тормознем. Так, что, думаю, давай попробуем сейчас на обгон обойти. Так, притормози-ка лучше, лучше притормози, аккуратненько. Лучше здесь идти. Так, ну все, мы в ростке. Мы в северном городе Германии находимся.
А, ладно, проезжай быстро, пока никто не видит. Не успел я затормозить. Так, поворачиваем. Нет, у нас что тут находится? Рено. Рено находится. Ну все, теперь 180 км еще до Гамбурга. Так, перестраиваемся. Готовимся к повороту. Что это знак означает? 200 метров до чего? До развилки, что ли? 100 метров. Ну, я как бы вижу по навигатору, я вижу. Туда Берлин, туда Гамбург. Ага, то есть мы это вот так вот сделали, да? Все, мы вернулись на то самое шоссе, по которому мы должны были ехать. Все, мы вернулись на то самое конкретно шоссе, которое в Берлин едет. И мы должны по тому самому шоссе сейчас уже это все правильно, значит. Все. Нисколечко времени не потеряли. Быстро разогнались как. Так, нам прямо нужно. Включи поворотник, включи фары. Да блин, тут как бы в 10 часов как бы светло, тут все видно. Такой темноты вообще тут тупо нету. Все видно нормально. Давай-ка притормозим эту. А почему по 80? Это же нормальная автострада. Почему я должен 80 катать? Хотя если 110 нужно, вроде можно. Вау. Прямо нельзя, типа, да? Я, блин, не знал, думаю, это. Тут это просто это такая развязка. А нет, тут тупо прямо. Тут просто прямо нельзя. А что прям находится?
А почему прямо нельзя? Там вроде кто-то такая же дорога есть. Мы типа куда-то туда уже поедем на какую-то седьмую там дорогу. Так, слева никого нету. Перестраиваемся и вперед. Бремен, Гамбург. Нам в Бремен или в Гамбург? Нам в Гамбург нужно. Бремен, наверное, дальше находится. Ты меня обогнал, я обгоню тебя. Ты же не будешь против, не? Ну, сколько нам нужно быть на месте? На месте нужно будет уже 9 часов дня, вечер нужно будет уже. В 9 часов нужно было уже быть, как минимум. Так, притормаживаем. Вырубай. Готовимся к повороту налево. Гамбург. Так, направо. Перестраиваемся. Притормаживаем. Так, более масштабированный вариант дай, пожалуйста. Все, мы на месте. Так, ускоримся, чтобы на зеленый успеть. Так, тормознули. Нормальный мужик, да? Подрезал тебя чуть-чуть, ну да ладно. Мне просто сюда нужно было.
Так, до половины. И еще раз. Так, все, мы на месте. Ну, где оставлять-то? Прямо тут оставлять, да? Особо вести не надо. Вот здесь вот на площадку, на площадку просто, да? Пробел и ручник. Отцепляем. Вот так вот. Все, доставили. Так, продолжаем мы вот эту категорию АДР изучать. Теперь беленькое. Что это? Что такое белое? Токсичные и инфекционные вещества. Цианид, калия, хлорид, ртуть, пестицид. Вещества и материалы, содержащие болезнетворные микроорганизмы, культуры и вирусов, использованные шприцы и тому подобное. То есть только такая херня, да? Биологическая херня. Ну давай. Биологическую херню, короче. Так, ну все, давай сохранимся. Хотя нет, давай сначала посмотрим, что конкретно у нас тут, нам тут доступно. И куда мы на этот сейчас поедем? Так, Гамбург. Так, можно обратно в Швецию? Нет, не хочу в Швецию. Очень топовый вариант в Бельгию. Брюссель. Это очень даже топовый вариант. Я могу даже побывать вот здесь. Ну, сразу проезжу в Гуренгене побывать. Очень топовый вариант, если честно. Но я если поеду через Бремен и через Гуренгене. Нет. Нет. Металлолом. Вот самый такой нормальный вариант. Надо его по-быстренькому взять, пока его кто-нибудь не перехватил. Так, 6. Нажимаю шестерочку сохранить. Так, ну ладно, давайте. Я согласен, нормальный такой вариант. Очень даже только. Подожди. А есть какие вот это то, что я прокачиваю примерно? А, смотрите, шторвы, прицелы, цистерны, контрневойзы. Так, опасный груз меня не интересует. Что у нас, к примеру, есть? Примерно тут керосин, топливная цистерна, аэрон. Это аэрон, что это такое? Вторая категория. Аргон, бензин, ксенон, масло, водород. Гелий, метанол, ЛПГ, какой-то гелий. Так, ладно, мне это все, конечно, не интересует, но вот, да ладно.
Меня интересует конкретно вот Бельгия и металлолом. 600 километров. 613, запомнили. Так, ну ладно, куда ехать? А, прямо здесь? Прямо тут находится? Ну-ка. Прямые перевозки. Да, прямо тут. Платит 13 тысяч евро. 600 километров. 20.52. Так, меня в любом случае интересует только вот этот вот. Гамбург с GPS означает. Ладно. Так, актуально. Ну да, включаем. Так, поехали. Так, прицепляем. Так, как он выглядит? Выглядит он вот так вот, да, значит. Это вон. А я думал, типа, это да. Это как, типа, такой вот, ну, просто, типа, контейнер. Так, стоп. Давай строить маршрут-то. Меня интересует, так, мы проедем через Бремен, так и так получается. Но меня интересует вместо Оснабрюка, я хочу проехаться в... Так, подожди, а как мы поедем-то? Я хочу вот в белую сюда заглянуть. Ну конкретно по северной дороге едем конкретно. Я хочу заглянуть в Гронингем. Вот на эту улицу. Так, ну немножечко прибавилось в расстоянии. Но несущественно. Так, ну ладно, все, поехали. Надо по дороге где-нибудь поспать только, да? А то у нас уже коечка уже синенькая, уже отображается. Давай, газуем. Так, стоп, давай-ка посмотрим, что там находится. Я хочу узнать, что там находится, что там есть.
Так, дай-ка заглянем. Типа вот так взяли. Развернулись. Повернули и поехали отсюда. Все, вперед. Так, поворотник. Не забываем. Так. Немножечко удлинили. Было 13, стало 85. Но это несущественно. Наверное, там во сколько нужно быть-то? В понедельник, в 15. О-о-о! Ну чего? Все, поехали. Немножечко удлинили, ну да ладно. Ничего страшного. Так, подожди, нам сюда нужно. Сейчас быстро проедем, пока никого нету. Чтобы не ждать и не мешать никому. Что, перестраиваться надо? Надо, а? Надо. Так, и еще раз перестраиваемся. Все, окей, выровняли. И поехали. Так, сейчас вообще никуда сворачивать не надо, просто тупо прямо едем. Все, вперед. Какие дороги ничего не добавляется в жопу. Не знаю почему. Сохранение прошло, и все, я на нем пробежился. Ну, да ладно, мне это не так сильно интересно. Как стопроцентное прохождение.
Опять дождь идет, опять дождь. В прошлой серии очень много дождя, дождя было. Это. И сейчас всю ночь будет идти. Блин, я уж хотел поспать, я забыл, что надо. Ладно, найдем где-нибудь в другом месте. Нам прямо нужно. Никуда не сворачиваем. Вот это уже я понимаю, темнота уже, ни хрена не видно. И дождь, и темнота вообще полная. Только впереди там что-то видно и виднеется, и все. Так, нам перестраиваться нужно. Готовиться к переезду вот сюда вот нужно. Здесь мы тормознем. Это что-то как-то достало уже тут по ночи тут ездить. Ни хрена не видно, ничего не это. Не разглядеть. Сразу и заправимся. Вот сразу и заправимся. Чтобы до это. Все, заглушаем. Гоф. Начиная по это повседневная круглосуточная заправка. Так, где тут можно припарковаться? Да, вот тут, наверное, можно. Так, ну, отдых. Так, все еще и дождь идет. Так, пробел уже отжали. Ну все, поехали, продолжаем ехать. Это, блин, не по ночи тут, не особо тут. Да, можно выключить сеть. В
поля уже какие-то выехали, да? Опять куда-то нужно съехать. Прямо у нас как какой-то город, наверное, находится. Или что-то находится. Туда нельзя типа тут поехать. Так, ну-ка, что там на нас? Там ничего не нету, да, там тупо не ничейная территория. Слушай, ты будешь мне нормально тут FPS давать, а? Чё они тут заебал тут по 9 FPS давать этот? По 9 FPS тут кататься. Так, а фара может так же учить. Это не ко мне, да, типа. Но мне на навигаторе его этой развязки нету. Какой-то остров. Опять какой-то неизвестный город, типа. 80. Вижу. Мы в Гронинген заезжаем. Все, выехали. В Нидерланды были. Мы в Нидерланды заехали. Это что еще за памятник, к чему было? И смотри, вот вроде уже мы уже заехали уже в Нидерланды. И опять, вот посмотри, ну тупо вот, ну. Опять же. Опять, вот территории вроде вот мало, дефицит ее должно быть, а все равно пиздец. А где нет, тут больше поля, тут больше сельхоз тут. Тут больше сельхоз этот работает. В Гронинген. Да я что-то подвисаю, что ты начинаешь, а?
Так, перестраивайся. Смотри, как поумнее лучше здесь сделать. Как-никак, ну тут смотри. Здесь все сделано как бы поумно. Тут везде автострады, тут обгорожены тут. Шума и защищены. Тут нормально, тут это защищено от шума. Так, газу. Так, офис кадрового агентства. Спасибо. Так, все, поехали куда-нибудь дальше. Посмотрели, что это еще, что здесь такое, и подальше поехали. Все, газу. Так, уступим. Ну-ка, сколько у нас нам на этот раз принес? 11 900. Нормально тут на начал зарабатывать-то. Зарабатывает она нам начала очень даже нормально. Так, все, посмотрели мы первый город в Нидерландах. Поехали ко второму. Так, запомнили, 381. Через сколько километров у нас будет второй город? Под названием там Роттердам вроде. Не? Сейчас потом посмотрим. 3-3-8 запомнили. Цифра 3-3-8-0. Раз вы тут гоняете. Так, перестраиваемся. Почему нельзя было, а? Просто по, ну, по земле сделать, а не руки. А? Почему вы туннель вырыли, если можно было вот так просто взять и проложить? Занято что ли, была дорога что ли? А мост? Не, мост нельзя тут. Мост тогда немножко по-другому будет выглядеть. Так, ну и куда мы подъезжаем? Чё за территория? Да подожди, не висни, пожалуйста. Что это за территории такие?
Это мы на вам на мост. Это мост. Тихо. Это, блин, это что за мост тут такой? Ёпта, ни хрена себе. Это реально существующий мост, да? Ну как это мост? Это просто это насыпь такая, да? Или, блин, это чего, как это строилось? Парковка, нет, не интересует. Памятник. Парусник. Нормально, я маршрут выров взял. А че еще за места такие? Это че, что это за места? За место это типа плотины, что ли? На плотину как-то очень мало похоже. Хотя очень даже нормально похоже. Тихо, 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 не газуем тут особо. А ты мы по мосту какому-то проехали, типа, да? По переправе какой-то. Амстердам. Въезжаем. А Роттердам когда будет? Следующим будет, да, типа? Амстердам. Подвисает как нехорошо-то, а? Так, все, газу, газу, газу. Заезжать в сам Амстердаме чуть не хочу, это слишком это. Можно было, но настроение.
Так, 205 километров. Ну, блин, 100 километров примерно тут между тем и тем. Теперь едем в Брюссель. Так, а нет, следующий Роттердам будет. Роттердам, Брюссель. В третий город. Третий город стран Бенилюкс. Блин, тут очень-очень даже топово находится, вот ездить. Очень разнообразно тут. Ой, аэропорт справа. Это что это такое было? Это что еще было-то только что? Не понял. Я вот сейчас очень, если честно, вообще ничего не понял. Как смысл? Куда я запрыгнул-то? Я что, вот так близко приблизился, что ли, да? Я близко приблизился к этой херне, и меня это... Блин, как хорошо, что я сейчас не это, сейчас не улетел куда-нибудь. Так, ну все, мы в Роттердаме. Роттердам. Надо вот реально посмотреть, иду, как что-то за прибрал такая была. Что-то за мост там такой, на это. Роттердам, добро пожаловать. Центриум. Так, ну центр нам не нужен. Мы дальше поедем лучше. Сам Роттердам вон. Вон там вот находится. Воу, извините, я что-то туда засмотрелся. Опять плечо болит, устала за рулем сидеть. Так, и опять на какую-то эту, да, на мост какой-то заезжаем. Меня что, не видно? А этот мост тоже можно. Я
Я его не видно отсюда. Но надо запомнить, запомнить надо, да, еще посмотреть по карте. Может это и Андриан существует, посмотрим, что это там такое. Так, тормози, 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 поворачивать на высоких скоростях не разрешается. Так, а вот и Бельгия. Все, заехали в Бельгию. В бельгийскую зону. Нам никуда сворачивать сейчас не нужно будет. Алло, а почему не прогрузилось? А, там другая дорога, типа, да, будет уже, все уже. Разъединилось. Так, а вот тот самое место, которое мы на мосту видели, да? Или подожди, это другое? Не, подожди, это... Это там железнодорожный мост был, да? Мы на мосту тогда вот видели ЖД-мост. А дорога, которая тогда она дальше идет, получается. Ну это, как я понимаю, реальные карты, да, типа? Так, готовимся к повороту. Там выключить уши. Так, все, готовимся. Готовимся к более тщательному просмотру. Плечо левое заболело. Так, притормаживай.
Готовимся к повороту. Фух. Это что еще за компания интересная? Металлолом пригодился. Так, давай. Все, тормозим. Фух. Вот так вот. Покупка прицепа, кстати, появилась. Одиночный шторный. Нормально. Тут еще и вон чего. Блин, нормально. Так, ну это мы потом посмотрим. Так, ну ладно, все, да посмотрим, куда и можем поехать дальше. Все, добрались мы до Брюсселя. Куда можем поехать дальше? Какие у нас есть варианты? Какие у нас есть могут быть сейчас в данный момент варианты? А то в Нидерландах есть тут только залив, то такой вот здесь находится, и вон туда мы они тут построили, получается. Что-то похожее, вот в Санкт-Петербурге есть, вот его там залив, и его там построили. Что-то похожее есть. Так, ладно, что у нас есть? Обратно в Нидерланды я топать не хочу. Вариант у нас два. У нас сейчас очень два, есть несколько вариантов. Или я сейчас я еду в Великобританию покорять ей. Осматривать очень досконально, очень хорошо осматривать ей. Или мы едем во Францию. А в Великобританию мы потом как-нибудь вернем, поедем. В Германию не хочу. В Швецию не хочу. Куда-то в USA. Не-не-не-не, в USA я не хочу. Я хочу и вот сюда вот, или куда-нибудь вот сюда вот. На север Франции. Куда-нибудь вот сюда вот. Росков, Брест, Рен, Гавр, Палюэль. Союзники в 44-м высаживались куда-то вот сюда вот, или вот сюда, не помню. Кажется, вот сюда они высаживались больше. Так, ну пока ничего такого интересного нет. Пока ничего такого хорошего тут я не вижу. Так, давай до конца, поехали. Отпускаем. Так, ну-ка давай посмотрим. Проедем немного по Брюсселю.
Это не эти. Не промышленный район. Ну как промышленный, это почти промышленный. И веку. Посидеть немного можно? Нет, нельзя, не разрешают. Ладно, под зеленый все равно уже. Так, вот вот там сейчас будет возможности. Так, нам куда-то вот туда вот. Налево нужно. Ага. О, отель. Так, заглушить. Сохраняемся. Так, сохранить результаты игру. На шестерке. Но все же 09 же, да? Да, сохранить. Да. Так, ну теперь надо смотреть. Немножечко поспим. И давай посмотрим, что конкретно нам предлагают. Нас интересуют два варианта. Или север Франции, или... Или тупо Англия, или тупо... Или север Франции. Но никак не возвращение в Нидерланды, или Люксембург тоже не интересует. Я хочу или где-то сюда вот, или где-то вот сюда вот. Оба варианта приветствуются. Нет. Нет. Юсейм, Амстердам. Нет. Приветствуется только два варианта. Больше вариантов я не хочу увидеть. Так, грузы. Еще раз смотрим. Куриные грудки куда-то в Реймс. А Париж где находится? Париж. Париж находится вот тут вот. USA. Нет, не хочу я в USA. USA. Это у нас все USA, да? Даллас. Канон Сити. Я такие города-то не знаю. Я тупо таких городов не знаю. Не знаю, где они находятся. Да, столько плюс-минус. Знаю, что где-то внизу. Так, ладно, еще раз. Меня не устроило. Пятнадцать, ни хрена, что там уже начинает это уже это. Фига, что она там начинает. В день 8 бам уже к моему уровню уже подошел уже. Он же уже к моему уровню уже подъехал уже. Перевозимый груз морковка.
Ну-ка, что нам-то еще можно? Нет, нет. Нет, you say, тоже опять нет. Мотан нас куда-то. Куда-то на Куба, да? Гавана. Нет, на Кубу тоже не хочу.